Привет, как дела? Ну, видите, лето, 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 лето. Плюс 22 градуса. Сейчас пойду прогуляюсь в парк. Поздно, конечно, вышло, уже солнце село, но все равно жара. Сейчас посмотрим, может, сегодня еще концерт дам. Я вот видео с концертов загружала, видели? Там много загрузила, так что спасибо, кто смотрит. Много просмотров. Привет, привет. Привет. Сейчас пойдем прогуляемся по-быстрому. Много работали, поэтому не успели даже выйти на улицу. Солнце уже все село. Я там на ТикТоке поудаляла подписчиков некоторых. Ну там непонятно, что это такое. И мне ТикТок написал, что типа какие-то фейковые подписчики на вас подписались, и потом я из-за них не смогу войти в программу в их. Короче, я там, ну так, поудаляла, вы заметили, наверное, там 15-20 человек. Короче, если я кого-то случайно удалила, то, простите, я не хотела, так что подпишитесь заново. Я потом посмотрю, кто это. Я даже не думала, что они так точно все проверяют. Думаю, подписываются люди, ну ладно, что... Я как-то не углублялась, а тут смотрю, они мне сообщили, что у вас типа фейковые подписчики, и вы не войдете в программу. На YouTube пока такого не было, но посмотрим, что там будет. Сейчас будем нюхать. Шена. Я совершенно влюблен. Все, темнеет.